Нижнекамцы отмечают скорбную дату и как играют наши команды в чемпионате республики по футболу. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. 22 июня 1941 года без объявления войны на нашу страну напали немецкие захватчики. День памяти и скорби в Нижнекамске не остался незамеченным. Десятки людей собрались сегодня в 4 часа утра около Монумента Победы, чтобы почтить память тех, кто первым принял бой. Торжественный митинг завершился возложением цветов. Выпускники и родители возмущены немыслимо сложными заданиями на экзамене по профильной математике. С просьбой пересмотреть критерии оценок они обратились к Владимиру Путину. Нынешнее испытание по профильной математике оказалось сюрпризом. Разработчики заданий из Федерального института педагогических измерений ради эксперимента добавили нетиповые задания, требующие нестандартного мышления. Как сдали сложные ЕГЭ нижнекамские школьники, расскажем в вечернем выпуске новостей в 18 часов 30 минут. Не пройти, не проехать. С такой проблемой сталкиваются нижнекамцы, которые приходят навестить усопших на Соболековское кладбище. Единственный проезд к воротам загородили. Мало того, что транспорт приходится оставлять за несколько десятков метров от входа, так еще приходится обходить земляное загромождение. Кстати, кто это сделал, пока точно неизвестно. По слухам, работы были выполнены по приказу директора ближайших гаражных кооперативов для того, чтобы уменьшить воровство на территории. Наши корреспонденты проверяют эту информацию. В рамках 1/4 Кубка Татарстана по футболу нижнекамский «Шинник» принимал на стадионе «Дружба» команду «Бугульма-Рунака». Это противостояние впору назвать самым статусным в рамках этого турнира. На поле встретились победители и серебряный призер чемпионата Татарстана прошлого года. Матч шел до первой ошибки, цена которой была достаточно высока. Первый тайм прошел без обоюдоострых атак. Судьба встречи решилась во втором игровом отрезке. На 58-й минуте хозяева допустили ошибку в обороне, за что и поплатились. Гости открыли счет. «Бугульма» больше играл в обороне, а «Шиннику» так и не удалось воспользоваться моментами. Итог 1-0 в пользу команды «Бугульма-Рунака». Ответный матч состоится 10 июля в «Бугульме». Ясную погоду без осадков обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха прогреется до 28 градусов. Ветер подует со скоростью 2 метра в секунду. Нижнекамцы получили срок за похищение человека и двойное убийство. Об этом не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntr-24.ru. До встречи. We'll be right back.